Запуск трансанатолийского трубопровода, который предназначен для транспортировки азербайджанского газа через Турцию к границам Европы, важное событие не только для Турции и Азербайджана, но и для всего региона. Значимость реализации данного проекта отмечают как местные, так и международные эксперты. Британский эксперт, научный сотрудник Европейского центра по энергетике и безопасности ресурсов Славомир Рашевский уверен, что есть несколько причин обоснования проекта. Открытие ТАНАП имеет огромное значение. Лично я считаю, что на это есть три главные причины. Во-первых, ТАНАП раскрывает и вводит в эксплуатацию концепцию Южного газового коридора. Это революционное достижение для бизнес-структур, которые осуществляют проект, а также для стран региона, которые сотрудничают для его реализации. Во-вторых, трубопровод усилит безопасность поставок природного газа и энергетическую безопасность Европы. Более 10 лет безопасность поставок природного газа является одним из актуальных вопросов повестки Евросоюза. ТАНАП усиливает энергетическую безопасность Европы, открывая новые пути для диверсификации поставок газа и уменьшая зависимость от поставок России. В-третьих, ТАНАП усиливает позиции Азербайджана как страны-производителя. ТАНАП, демонстрируя экономическую стабильность страны, доказывает, что политические препятствия, связанные с транзитом природного газа, могут быть эффективно решены совместно с Азербайджаном. With Azerbaijan on board. Американский дипломат, бывший посол США в Азербайджане и эксперт по вопросам энергетики Мэтью Брайза уверен, что ТАНАП усилит энергетическую безопасность Европы, поспособствует созданию новых маршрутов поставок природного газа. Проект ТАНАП – плод многолетнего сотрудничества международных энергетических компаний со странами Южного Кавказа, Азербайджаном, Грузией и Турцией. Эти страны являются партнерами и союзниками Соединенных Штатов Америки. Проект станет гарантом энергетической безопасности диверсифицированных поставок природного газа в Турцию и страны Евросоюза. Я горжусь тем, что 14 из 23 лет, проведенных мной на дипломатической службе США, работал над проектами, приведшими к созданию Южного газового коридора. ТАНАП, а также расширение Южного газового коридора и трансадриатический трубопровод обеспечивают новыми источниками поставок природного газа. Поздравляю Азербайджан с этим историческим моментом. На первом этапе реализации проекта «Южный газовый коридор» азербайджанский газ поступит на рынки Турции. Как отмечает профессор Турецкого университета в Босфоре Гюркан Кумбароглу, этот проект – большое событие для экономик обеих стран. По его словам, ТАНАП – очевидное свидетельство стратегического партнерства Азербайджана и Турции. 3500 километрик бир гюней газ коридорунун беркеми. ТАНАП – одна из веток Южного газового коридора, протяженность которого составляет 3500 километров. Строительство проекта ТАП, являющегося продолжением ТАНАП, реализовано на две трети и будет завершено в течение нескольких лет. Это важно с точки зрения диверсификации поставок, а также обеспечения рынка конкурентоспособными поставками. Проект ТАНАП важен не только для Турции, но и для Европы в целом. Реализация ТАНАП в указанные сроки, затратами ниже, чем прогнозировалось, фактически является показателем силы сотрудничества между Турцией и Азербайджаном. Запуск трубопровода намечен на 12 июня. Первоначальная пропускная способность ТАНАП составит 16 миллиардов кубометров газа в год. Из них 6 миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное в Европу. После завершения строительства ТАП, который также является частью Южного газового коридора, газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года. Эсмира Алиева, Фарида Ашралова, Ульвия Сабиргазы, CBC.